Салейк ранга нет, Ноть 162, ранг Роджер 129, Ларл нет и Дахак ранга нет. Малрин, третий ранг, Соубет 78 ранг, Киритич 57 ранг, Хеллскрим 158 ранг и Вазя 161 ранг. Вот такая вот история здесь у нас. Так, тут на Баунтируне тусовочка. Чё у нас? Ой, поймали. Поймали Собеда. Ларл в него кортик дает. Так Собед умирает или не умирает? Так он не умирает, он просто убежал из пациента. Лол, не хватило дэмэджа. 8 брони у героя на первом уровне. С шапкой, куча хп. Как бы для Марфа немного проседать вначале, это нормально. А вот и Хеллскрим погибает, да как забирает ФБ. Ну вот и как бы, кто пиздел. Что ФБ не, долго не будет или типа того. Тут даже без перетяжек всяких квапаш и так далее. Умер просто Феникс и все. Лоллеры опять смеются. Да, да, да. Опять орут. Ой, язык! Или это не язык? Кстати, посему это все-таки был язык длинный. Сабет. Ой, ай, больно в ноге. И Сабет умирает. Тут вот синтряк стоит. Слушайте, ну Сабеда поймали здесь за хвост. Еще замедление. Даст. И Собет умирает. Он наступил, кстати, на синтряк, на котором он, ну, на ФБ его пытались убить. Еще на рунах в самом начале. Наступил на этот синтряк и сдох. Значит, пока этот БХ вообще себя не реализует. Из-за БХ линию там с Морфом они проебали. У Нотиса супер фрифарм, потому что БХ там вообще, ну, как бы ничего не может сделать, да. Не помешать, не помочь Морфу, не помешать Марсу. И дальше он что-то гуляет, а толк от него. Оу, оу. Санейку здесь Малрин просто сломал на динозавре на своем. Неплохой урон, кстати, могу я отметить. Пакт от него нет. Телепорта динозавра на топ. Хотят Нотиста взять. Побежал динозавр, там поврубает. Но Нотиста его копьем откидывает. И мне кажется, Нотист уже, ну, сможет уйти просто отсюда. Динозавр просто дэмэджа дальше не будет. Хотя, бам-бам-бам, кто пиздел. Киритич, который превратился в Марса, помогает очень сильно убить этого самого Марса, потому что пригвоздил его копьем. И это сработало. Но пока вышка стоит, вбегает динозавр. Роджер. Роджер успел поставить язык свой. Плохо динозавр. Хеллскрим там захиливает. Ультимейт от Дахака. Дэмэджа в хрона особо не валивают, но Марину хватает урона. Субэт. У тебя изображение в квадратах. Ой, спасибо за информацию. Ничего себе новости. За донат, кстати, тоже спасибо. Слышал про Battle Pass, но не знал, что на тесте получить его можно намного дешевле, чем в Стиме. Но, дружок, есть два варианта. Либо можешь купить Battle Pass через VPN за евро, или получить сотый уровень за несколько сотен на тесте. Можешь заплатить Гейбу 3000 и страдать в паблике. А можешь открыть кейс и сегодня получить новенькие арканы, да еще и на чипсы останется. А если тебе что-то не понравится, то просто выведи деньги на Steam. Держи промокод с 15% бонусом к пополнению и бесплатно. Кейс. Ну и вперед за наградами. Поэтому я просто стримлю как получится. Так, ну что, ставится арена, ставится яйцо. Правда, яйцо и арена это в разных командах они находятся. Поэтому тут непонятно, кому это все в плюс. Да как влетает сюда, у него есть арена. В смысле не арена, а хроносфера. Можно поставить хрона, но хватит ли дэмэдж хоть кого-то убить. Баунти Хантера проблемки. Вот тут бьют, но все замедлены подписчиками Феникса, поэтому долго били, но все-таки убили. В итоге драка, где было использовано куча разных ультимейтов и нанесено, в принципе, кучу дэмэджа, закончилась тем, что умер только Баунти Хантер и больше никто. Ну так. Так, ну что, Малрин. Санейка выживает, ставится арена, очень неплохая. Лара ультимейт, правда, первого уровня, но этого хватает, чтобы бить кентавра, и Сабет тоже погибает. Блин, после паузы прям классическая, классическая история, на самом деле, после паузы. То есть, ставится пауза, что-то все что-то туда-сюда-сюда-туда, отжимается пауза, какая-то абсолютно невнятная драка происходит, которая одна из команд, которая вообще не нужна, оказывается. Ну, какого-то, ни у той команды, почти, ни у той, ни у другой команды вообще нет. Ну, то есть, просто все фармят какие-то. О, Вазя, блин, каут делает какой. Но Сабет, скорее всего, уже не делает никакой блинкаут, его убьют. Но это уже шестая смерть, скоро максимально похуй станет тому, конечно. Арену потратили ББ, но
по ощущениям, никак ни Мига не смогут реализовать это отсутствие этой арены, никакой драки не будет. Ой, Вазя, ну ты же так красиво ушел первый раз. Блять, а теперь обосрался. Как он сюда вообще попал и зачем? Вот он здесь ушел на блинке. Вот убили его друга, окей. И вот он... Куда, блядь? Да, позорился грандиозно, Вазя. Ну просто элементарно вард стоял на линии, вот такой лайновый, простейший. И поймали его. А, Собет, седьмая пошла. Малрин БКБ нажимает, пытается Войда убить, Дахак оставится яйцо, яйцо сломают, Малрин уходит, пытается убежать, но на самом деле вряд ли у него получится, да, потому что Роджер здесь уже будет копье, будет язык, и Малрина убьют. В это время Киритич просто на базе отъедается немножко хпшкой, но объективно говоря, это был момент вот этот, мне кажется, где Немига проебали игру, потому что для чего-то они поплыли, знаете, у них уже... Они потерялись, растерялись в один момент. НСДР. Да не НС, блядь, там другой дед. Ладно. Другой дед. А вот гибратлет! Ой, используется стампит, арена стоит. Ой, какая красота, неплохая, но дэмэджа туда немного. Хотя вот Ларл наваливает хорошо, Феникс без бая, Роджер байбекнулся. Феникс не сможет, Малрину куда-то выкидывать копьем, не понятно куда. Он пытается, сказать, спрятаться, но он получает закономерных... Из дюлей. Киритич и Вазя убегают, так же, как и Собет каким-то образом не сдох. Ну, для компетитива, может быть. Ну, это типа как Никс, только чуть по-другому. Так, погоди-ка, Вазя ворвался, застанил неплохо там людей. Роджер на развороте язычком держит Киритича. Все бьют Киритича, но он перекачивается. Возможно, не лучшая цель. Марс тоже умирает. Роджер после байбека, я напомню, у него больше нет. Дахак отпрыгивает. Но у Дахака проблемы могут возникнуть сейчас. Ой, хорошо, Вазя. А, прыгает в Дахака. Ну, у Дахака будет еще прыжок один. Дахак что-то на развороте там Вазю решил побить, но, по-моему, это не лучшая идея. Если бы у них 24-й БКБ в таком случае. Ой, Дахака ломают! Ёб твою мать, Дахака просто сломали. Ларл с ДД, но ничего у него не получится здесь делать без Дахака. Они беспомощны. Дахак сейчас сильно высосал, на самом деле. Ну и Рошана отдают, хотя ладно, Нотис ставит арену, копье не точное, копье, да. И в итоге в этой арене Рошану дают пизды, Ларл получает стан, Нотис заходит в Рошпит, вот забирает Аегис, красава. Силтимы забирают Рошана, но правда, есть один нюанс, есть вероятность, что они тут все сейчас умрут. Ломают Санейка, Санейка тоже умирает, и это все трек-киллы, я еще напомню, дорогие друзья. А Егис тоже тут же снимают и сверху убивают еще товарища Марса. Это был момент, на котором ББ проебали игру. Морфанин. Да, конечно, кентавры. Да-да-да. Давайте. Кто-то резко получит пизды, вот, например, человек с гемом тут. Но нет хроносферы еще 20 секунд. Ну, хроносфер-то нет, но кентавр-то тоже нет. За кентавр уже недалеко, но изначально его не было, Феникс умирает. Шаман тоже погибает, драка пошла дикая. Варенье Киричи дерется, баши получает, станы какие-то, Киричи неприятно. Полностью перекачан уже, все, умирает Киритич, байбека у него нет, Вазя тоже получает пизды. И могу тебе сказать, что ошибки это максимально детские. Ну, типа... Ну, это прям, да. Это прям на уровне паблика прям ошибка. Ну да, то есть, когда у тебя кентавр просто сверху показывается один раз, отпушивает пачку, потом, типа, прячется, его какое-то время не видит, но потом он выходит и опять показывается, и в этот же самый момент морф, там еще кто-то палится снизу, дважды два сложить несложно. Ребятам из ББ, и они максимально быстро атакуют. Соответственно, кентавр прибежал, да. Но он прибежал, когда драка уже шла. Она была уже в разгаре. С инициативы ББ. Уже кто-то получил пизды. Вот, вот еще один. Ну, то есть, вот, да, классика. Все, команда, которая не понимает, что делать на карте уже. Ну, типа, как бы уже дисбанд посреди игры. То есть, им просто по всей карте начинают убивать героев. Типа, и они... Просто бегают, еще тратят ультимейты какие-то. Феникса, кстати, еще догонят сейчас, скорее всего. Ну, а куда ему деться у Дахака? Очень маленький кулдаун на прыжочек. Да, Ханскрим, который пытался спасти кентавра, который делал на топе, непонятно что, тоже дохнет. Видно, что это команда, а это просто скилловый микс. Ну, именно. Кстати, насчет всей этой истории, вот в миде еще и...
Хросфера ставится. И там еще и в эту хросферу попался мистер Соубэт, который на форстафе... Ну, кстати, он ушел, но всем похеру на то, что он ушел. Объективно говоря, там уже на миде... Тир 4 вышки потихонечку падают. Ну, не так быстро, как хотелось бы. Ставятся вардики, правда, хросфера. Да. На моче заехал в Хрона, но пока что живет. Крепкая гача битва здесь, да, хак избивает морфа. Морф пока что там уходит, морф полностью перекачан. Ему херово, он особо не дамажит. Морф катается вправо-влево, умирает динозавр. Умер шаман, но варды потихоньку ломают базу. Да хак один раз погиб, а Егис потерял. Да хаку надо как-то выйти, но он получает хекс, и он просто умирает, да хак. Байбека у него нет, бараки пытаются добить, но не получается. Киритич разъебывает варды и Савуха. Потихоньку убивают, и бараки сломать не успевают, товарищи из Немига в этой ситуации. Ой, точнее, из ББ, на Немиг как раз-таки отбивается. Ну и по ощущениям до следующего Рошана продолжится теперь у нас эта вся история. 6 тысяч голды зарабатывают Немига, 6 тысяч голды. 1000 теряют Бэтбум, и разница в 7 тысяч нивелируется практически здесь. Дин стоит. Где-то еще. Бывает такое. Кентавр. Погодите-ка, кентавр запрыгнул далеко в арену. Ставится. И, по-моему, оверкомит какой-то. Хотя Киритич неплохо дамажит. Все байбекаются. Надо выходить. У Киритича есть двойная волна. Но на самом деле у него нет волн. Или они все-таки собираются здесь драться. Кентавр. Все еще жив. Ларл съел то ли сыр, то ли что. Убивают этого кентавра. Марс без байбека. Умер шаман без байбека. Умер Кирич. Трапиры продолжает всех разваливать. Ларл. Байбек есть. Проебали. 20 секунд до хрона. Да хак прыгает вперед-назад. У него есть аганимчик. Он поэтому подстанивает. Пока что глиф используется. Варды шамана стоят. Немножко отбиваются. Катапульты на себя отагривают. Киритич. Сатаник, я так понимаю, должен себе принести или что? А, он все рефрешер принес. Он уже заюзал. Хрона побавилась. Малину плохо. Покатился вперед Киритич. Пытаются убить Войда, но не убивает. Киритич нажимает БКБ. Хочет трон сломать. Там будет хроносфера. Надо отходить. Надо срочно отходить, потому что иначе хроносфера и пизда. Это хроносфера. Ну, одному урона не хватит. Ну, да. Нужны друзья. Хватит, хватит. Ну, точно. Друзья а вот рядом. Друзья. Да, и умирает в итоге Морф. Отдает рапиру. Тут же байбек. Этот Феникс тоже делает... Байбек, Сабет пытается уйти, у него есть хекс, но ему, скорее всего, не дадут уже уйти, хотя хекс он юзает, вон вис уходит, а если гем, ну есть гем, да, Сабет находит, конечно, Сабет тоже умирает, и у Сабет тоже байбеков нет, так байбеков нет в игре вообще ни у кого, Морф покупает себе Кристаллис вместо рапира, ну, не лучшее, конечно, приобретение, ну, точнее, за неимением лучшего покупает Кристаллис, да, но... Неравноценный размен, так скажем, рапира на Кристаллис. А, нет глифа у Немиги. Глифа нет. То есть сейчас да, Бэтбум могут просто на трон накинуться и сломать его, по идее. Либо на нижние бараки. Как же они будут действовать? И до яйца еще долго. Вообще сражаться нечем, Немиги. Нечем. Ну, кроме просто морфа, который типа просто будет бить. Надо... У него БКБ нет. А там да. Же а там хекс! И летит сюда шаман! И еще один хекс, и умирает Морф, и это гага. Ну, блин, на тоненького, конечно, игра. На тоненького очень, вообще на тоненького. Отошли бы там реально чуть пораньше, и, ну, типа, не въебал бы рапиру мужчина. Ну да, и, да. Они бы задефились, я думаю. Или ну, какой-нибудь раззор, потому что, ну, прям вот там чуваки понимали, они, да, они банили троек, они заманили вайпера. Ладно, будет. Игрок с большей ценностью к 25-й, но тут-то понятно. Тут просто. Тут просто. Не говоря, Санек получает пизды на ФБ, драк продолжается. Бля, там не в того банку спустил. Спустил бы в лин, но она вздохла. И общее число разрушенных башен до 25-й минуты. Блин, статистику бы сдать разрушенных башен. Но вот эти две сломают на миде. Это 6-10. Ну да, типа 6-10, да. Все, прогнозы расставил, тут драка продолжается. Лину там пытаются убить. Блочит ее Роджер, добивают Лину, уносит проблемы. Все тут пипец, гачи, борьба какая-то до крипов. 2-1, блин, статистика. Офигеть, оценил закуп алхимика на первые бабки? Ага. Так, они банили Тайдхантера, блять, прикинь. Тайдхантера. Это странный бан. Тем временем... Ну, просто герой, с которым Бэтбумы две карты въебали. Ну да. И вчера. Ну и как бы, наверное, выводы можно было сделать, что герой... Да, герой... Недостаточно силен. Герой как будто бы говно.
Ну что? Ну. Смачок, блинк, поехали! Умирает. Здесь Ла. Умирает ли? Умирает, Ларл. На дночь влетел на Вазио. Разворот нападает. Хеллскрим улетает отсюда. Убивают Вазио в размен на Ларла. 1000 голды. Чуть меньше ведут Немига. Роджер дальше идет. Субэдом стан. От Малрина. Малрин пипец быстрый. Он на хосте. Я думал, чуть он такой быстрый. На хосте он, вот что он такой быстрый. Снизу какой-то подмесыч пошел. Киритич убегает. Мека от Субеда. Ой, Субед хочет подвести Киритича до дома, до хаты. Но в итоге Субед умирает, и Киритич... Ой, там летела банка в Субеда. Да. Так и получилось. Марлин как-то застрял еще тут в крипах. Ой, или вот тут они точно. Вот... Ну, хотя еще 40 секунд нужно ждать. Да, блядь. Ну, вот такая смерть от Малрина, это вот жесткая потеря инициативы, которой у них и не было. 6 вышек, это на легкой вышке, в миди вышке, ну и тир 2 на легкой, да? Но это не та игра, мне кажется, будет, где и, ну, как бы, будет размен. То есть кто-то сломает, а другая команда не сможет забрать в ответ ничего, вот, как мне показалось. Поэтому 5. О, да как, он сосал! Или не сосал, кто пиздел? Ой, он не хекс сосал. Урода. Через БКБ, хекс через БКБ. Хекс через БКБ, это как так работает-то, Малрин получает. И это был момент, дорогие друзья, на котором Немига проебали игру. Да, 2-0, Битбум выигрывают. Да-да, ты взял петуха. Керри, пизда. Так, Вазя получает пизды, а из него вывалит скильчик, который тут же делает ТП. Ультимейт от Ларла еще пошел. А, Вазю убивают. Да? Я вот что не понял. Мужики против Фалхимика решили поиграть и купили себе два Мидаса. Да, да. Мне кажется, это неправильный подход. А может наоборот? Так, Вазя опять где-то сдох? Это же демотивирует смотреть матч. Ну да, естественно. Да не, Габен, пипец, задюга, если что. Просто забей. Я тут охерел. А 1000 уровней стоят 25 тысяч рублей. И не дают ни хера тебе за них просто. Слушай, ну погоди, они еще могут сломать, я говорю, эту вышку. У них буквально 25 секунд остается, драка начинается какая-то. Да как, иди бей вышку, блядь. Сабет умирает, Киритич. И полетело пивко. Да как, бьет Киритича. Вазя является Киритичевым автобусом. Киритичевый обобус. Тут же Малрин убивают еще и Разора, да. Размен такой конкретный. Остается здесь Малрин против Ларла и Санейк рядом петух. Малрин! Приятно, Малрин! КП нажимает. О! Ларл перепрыгнул через стан, убил человека! И Малрина тоже... Ой, Малрин тоже умрет, по идее. Хотя, летит Чен. Но Чен сосал член. Малрин пил, когда мог. Ларл! Ой, задрот! Ой, задрот, Малрин! Вот это задрот! Вы видели? Бля, если он умрет, это тупо из-за... Нет, он не умрет. Да не, он не умрет, он не умрет. Вы видели? Задрот. Не, ну он задрочил, он задрочил. Это же еще Квапата с... Блин, ну, с шардом. То есть она бы засайленсила, да, он да, заранее да. Нажимал. Пиздец. Ой, какой же задор, реально. Твой путь. Либо вы арморный, либо вы бьете быстро, либо вы быстро летаете. Ну вот, Роджер выбрал свой путь получить пизды. Прыгнул здесь Нотис с блинком на Лину. Что-то там выслал с нее какого-то дэмэджа, но Лина все еще живо. Хороший стан какой! Это задрот, но да хак, он еще не сказал. Волки мота, он в соло всех вытрахал. Он вытрахал, чел, он вытрахал. Он застанил троих и вытрахал. Я хотел сказать, да хак еще не сказал своего последнего слова, но тут же да хак сдох, блять. Короче... Дахак, это все, это уже для бумеров. Малрин. Малрин для зумерков. Для молодых современных. О, да-да-да, Малрин из Немиги, вот кто. Вот кто трахает, Малрин, 7500 дэмэджа. Малрин, это не уверенность. Не было ни одной карты, где он бы не ебашил просто всех. Это правда. Так, станчик, Дахак пошел. Дайнг байбекается. Вазю пытаются взять, у Вази еще БКБ есть. Роджер влетает вперед. Это у Роджер. Он умирает моментально. Санейка получает замедление. Малрин пока что ломает бараки. Да как, не понимаю, что делать. Возможно, пора Дахаку уже что-нибудь-то и сделать. Потому что бараки падают. Дахак просто... Он просто танцует, ребят. Он просто танцует. Он наливает пивка Вази. Вази не против выпить с Дахаком. Барак. Эту сторону да отдать надо. Но там отдают уже, отдают, а тут еще и Вазя прыгает на Хаку. Нет, пока не умирает, подхилы сейчас члены какие-то пошли. Умирает Роджер, зато вот кто умирает, он влетел там
помешать бить дохака, в итоге сам погиб, у дохака хп очень мало там осталось. Там не идеально сыграл, он должен был нажать БКБ, когда в него покатился Primal Beast, и он бы убил дохака. Не идеально сыграл? Да. Не я, верю. Я это увидел, к сожалению, да. Не верю. Не да, ну вот поэтому пока он и не может называться не Данькой, да. Да, да. Именно так. Падают бараки в миде, Малрин, дохак, он по дохаку навалит, у Малрина... Дизарм. Ой, ну он БКБ нажал очень плохо, БКБ на самом после деле. Дизарма да. Вот это пиздец, вторая ошибка, грубейшая. Это реально грубая ошибка, потому что теперь, если Аегис выбьет всего, там не будет БКБ уже, короче, может плохо кончиться. Сваливать надо попросил. Уходить, да. В чате. Врага, да. Скорее, это похоже... Опа! Ну там сатаник! А, он нажмёт! Дизарм! Он нажимает сатаника, он просто делает гиперсекс, он убивает одного, этот один. Это дохак, вторым будет Санека еще жив, ну Ларл умирает, Нотис тоже погибает, зомби-апокалипсис какой-то начался, там же ГГ написали, потому что ГГ мы проебали, ну попытка была. Блин, ну они напали на Малрина, они могли его трахнуть, да. Несмотря на все его хп, но там Чен нажимает одно, нажимает другое, да, ставит да. В респект еще не до сих пор. Да, так и было, сюда бал, не, ну да мал... Это ебаный Чен имба, вот Чен реально имба. Сэнкинг, ну... Но неплохо. Неплохо. Ну, Сэнкинг. Такой вот самый обыкновенный Сэнкинг. Так, погодите, вижу язычок. Энчантрис, Хилинг Пауэр, Цобеда, но поздновато, он уже умирает. Кирич на развороте про Натазиту. Пошел ДПСить, а? За эту фразу не получает бабки, потому что она очень часто используется. Ее бы купили. И юзали много. Ну, может, и обидно. Приятно, что вообще используют. Да. Не факт, что хватило бы фантазии ее записать. Вот именно. Поэтому тут надо всегда... Ну, как бы не в бабках счастье, Егорыч, ебать. Зачем-то... Что вы там смотреть-то собрались на... Там... Что вы там не видели? Вот Визаж тут плюется в кого-то. Этот кто-то, это Сабет. В принципе, похеру ему. Ой, да, ультимейт, тут неплохой отвазер, ну да, но это дохак, он с Аегисом, поэтому то, что да, его убили. Да, но они не потратили ни хрона, и ну, да, ни да, да. Лицо. Как будто бы, ну правда, Вазю потратили в итоге. Ну, Вазя потраченный. А внизу тем временем Малрина ёбнули. О! Опа, ёлки мотали. Ёлы-палы, и Киритич. А у него еще и ТП нет. Блин, слушай, ты понял? Они должны знать. Ну, они прокликали, наверное. О! Слушай, ой. Они увидели его, мне кажется. Ёлы-палы. Попался касатик. Блин, вот это гача борьба здесь получилась. 13-я минута, но, блин. Это могло быть оно. Видишь, следующий этап легенды. Топ-6 на творца. А вот, кстати говоря, и Дум наебали у него. Ну, Дум там просто эту Лину душат. Роджер ловит еще Феникса. Далее, ну, надо как-то продлить. Птички Визажа сажают сюда. У Феникс без яйца. Яичко ставится. Ой, под самый... И дохак убьют. Дохак. Убьют? Да. Убьют. Ну, стри. Слушай, ну, задайвили. Заберет. Задайвили, пипец. А куда они вот задайвили, учитывая... А вот это, на самом деле, момент, где Бэтбум могли проебать игру. Ну да. Кроме так задайвили, зачем? Тут же вот тир один вышек стоит еще. Ну, это... ну физически да. Я же все равно здесь. То есть, это, скорее всего, еще хуже будет, наверное. Ну, я, кстати говоря, не знаю. Не уверен, как это работает, ну ладно. Хотя, кто знает. Так, Дум погибает в итоге после паузы. Классическая какая-то история случилась. Ну, кстати, нормально. Нормально. И тамбу заберут. Да. Хороший момент для так, команды. Так, это был момент, на котором Бэтбум проебали игру, чел. Это был момент. Так он был, когда они вернули под Т2, тихо. Но это было до 15. Именно. О, Гомункул выпустил клип новый, кайф. В Риаде норм с Твичом, у меня кореш стримит, все ок. Ну вот, завтра из Риада буду стримить последние игры. Я там договорился уже с мужиками на конференции. Так, что ж, дохак погибает. Драка продолжается. Проблема у Роджера. Роджер тоже гибнет медленно, верно. Но, правда, и Войда уже разменяли. Ставится Яценко. Яценко не сломать. Роджер умирает. Размен на Войда произошел. Ларл купил себе, блять, Мейдж Слеер. Какой-то непонятный станут. Вазя, блин, каут, ночь здесь. Собэд, 10-го левела прокачки. Герой. Почему нет? Ну, типа, на той же линии ты купишь к тревела,
За те же деньги. Да, погодите, у Роджера проблемы. Умирает Роджер. Ларл с Аегисом, еще 2 минуты. Ой, хроносфер какая-то. А вот это момент, на котором Бэтбум проебали его, кстати. Возможно, хроносфера по Дахаку. Дахак умирает, но пойдут ли дальше Немига вообще? Там еще яйцо есть, если добраться там до людей. Не, ну вообще на самом деле у снайпера нет ни БКБ, ни форса, ни блинка, ничего. То есть ему два раза убить тоже... У него шарт есть, у него шарт есть. Тут как угодно они могут перевернуть, если как-то мужики из Бэтбум... Ой, Вазя. Тебе Вазя почему-то без ХП. С ультимейтом влетает. Дахак поставил! И Крона прыгнул в помойку, блядь! Ёбаный рот, он реально без БКБ и Хрона прыгнул в помойку, и все. Не, на самом деле у него было Хрона вроде. Не, в самом начале по идее не было. Сейчас перемотаю. 5 секунд, 4. Так, общее число убийств Рошана, я ставил 4. А да. Здесь походу... Он опозорился, у него реально 1 секунда Хрона была. Да. Пизда. Он опозорился, здесь Рошан падает. Так, пошел Ларл. Далее. Ой, ауешный дум. Ауешный дум от Нотис, да. Вот это там ёбка. Бай от Киритича. Пошел. Кто-то упрыгивает пока что Ларл. Там выдрахали супиков. И, кстати, можно гнать. Дум без дум. Ой, сын Кинг опозорился. Опозорился, да. Он думал, что вот-вот кончится дум. Да, ну вот только запрыгнул в дум. Ага, стать хаосфера, но я напомню, что снайпер все еще с Аегисом, байбек от саппорта Бэтбум пошли, умирает Войд без бая, Феникс яйцо взрывается, он, кстати, чем-то там застанился. Но без Войда дефаться непонятно, как саппорты Бэтбум байбекнулись, поэтому у Роджера сейчас еще и варды будут, тут трон просто сломают, скорее всего, и все. Да? Да. Обидно. Я бы хотел еще на Немигу посмотреть, на Малрина, на Киритыча. Жесткие типы. Ну, типы-то, может, они и жесткие. Только... Ну, кто-то проебали. Нет, типа... Да был у меня один, этот, помню, какой-то этот... Знакомый в Казахстане. Забыл, как его звали, который говорил: пацаны-то вы нормальные, только писайте вы сидя. Как-то так. Снова запустил новую скачку. Добро пожаловать обратно в повербой. Опа, все умирают. Рампаги. КГ. Ох.